Что такое выборы? Кто такой избиратель и где находится ваш избирательный участок? Ответы на все эти вопросы и не только можно получить в азбуке избирателя. На Кургане Бессмертия волонтеры избиркома поздравляли школьников с Днем Знаний и дарили подарки. В рамках акции, приуроченной к предстоящим выборам, будущим избирателям рассказали о важности голосования. Я думаю, что это очень полезная акция для подрастающего поколения, для того, чтобы они узнавали, что такое выборы, почему важно голосовать, зачем это нужно, кого мы избираем и так далее. Будущее нашей страны зависит именно от современной молодежи, ее участия в голосованиях. Поэтому важно объяснять значимость выборов с раннего возраста. Помимо этого, будущие избиратели получили приятные канцелярские подарки, читательский дневник и набор карандашей. Все это обязательно пригодится будущим избирателям в новом учебном году. Такая же акция проходила и в других районах города. Екатерина Пенько, Виктор Левченков, События, Брянск.